До появи в Жовтих Водах об'єднань співвласників багатоквартирних будинків єдиним балансоутримувачем було в ЖРЕО, яке обслуговувало житловий фонд із 450 будинків. Коли в моду увійшли ОСББ, вони мали на меті покращити якість надання необхідних послуг, в тому числі стан будинків, систем опалення, мереж освітлення і таке інше. Враховуючи те, що жовтоводці в більшості були незадоволені тими послугами, які надавали жреди, будинки почали об'єднуватися між собою в ОСББ. На сьогоднішній день в ЖРЕО як управляюча компанія обслуговує 324 будинки. Ситуація з електропостачанням, а точніше з відключенням від нього під'їздів та ліфтів, значно похитнула довіру людей до ЖРЕО, і будинки поступово переходять в об'єднання співвласників. Є проблема. Дома, які уходять в ОСББ, вони не отримують від вас технічну документацію. Можете пояснити причину? Так у меня пачка писем, которые написали на мой запрос, ОСББ почти все не получили от вас документы. А по закону вы должны, если у вас нет документа, вы должны были, хотя я не знаю, как вы с 94 года проводили, Ханис тогда еще подписывал это решение исполкома, Эдуард Наумович, по поводу того, как вы с 94 года, не имея документа, обслуживали эти дома. Но там в законе написано, даже если у вас не было документов, тогда у вас дается срок сколько, 6 месяцев или 3 месяца? 3 месяца для того, чтобы изготовить эти документы за собственный счет. И, Павел Владимирович, есть вот еще проблема. Вот есть у нас еще управляющие компании в городе другие. Они сталкиваются с тем, что они обслуживают ОСББ, а вы, во-первых, дома ОСББ не отпускаете. Не отпускаете. А они уже обслуживают. Как здесь проблема? Почему не отпускаете? Мы соблюдаем закон. Мы что, не раз говорили с представителями обслуживающих компаний. То если это незаконно, оспорьте это. Если это люди действуют по закону, то будьте добры, выждите вы этот период. Что же вы это сам? Так, а проблема в том, что они этот период ждут, а в этот период им ни аварийка не обслуживает их, никто не обслуживает. Смотрите, было 450 домов, стало 324. Процесс будет продолжаться. Может быть, это даже хорошо. Люди выбирают то, что лучше, и уходят туда, правильно. Но некоторые возвращаются назад. Сколько вернулось назад? Сколько вернулось назад? Потому что когда говорят, что некоторые возвращаются... Сколько вернулось назад? Можете озвучить? Два дома вернулись назад. Два дома. И если бы не проблема с электричеством, которая уже много лет крутится, озвучивается, никто не поможет ее решить, то никто бы никуда не уходил. А как? В чем помощь нужна? А в том, что проблема со счетчиками озвучивалась несколько лет при вашей компании еще. А до меня озвучивалось? И до вас озвучивалось. Так вот, Василий Федорович Голуб, который был городским головой, он пытался решить эту проблему. А с его уходом это все пропало. Так счетчики купили, а что они опять? Сейчас, остановились. Ну, теплосеть, я так понимаю, в течение полгода само устанавливало счетчики за свои деньги тепловые, которые стоят не 1500. Сколько один счетчик, Сергей Александрович? 35-40. С установкой 60. У них обороты немножко другие. В миллионах исчисляют. А у вас счетчики стоят совсем другие цены. Человек, который хочет что-то делать, или руководитель, он будет делать. Если он не хочет делать, он всегда найдет причину, чтобы это делать. Просто проблема в том, что нежелание идти навстречу потребителю, который все-таки потребитель-король, закончится тем, что вы полностью потеряете этот рынок. Я вас не обвиняю, просто смотрю, что вы коммунальное предприятие, теряете рынок. Вот и все. Это люди выбирают. Сейчас люди выберут вас, так как врачи. То есть, если бы у нас было врачей достаточно, у нас бы были врачи, у которого было бы вместо 200 человек, или 2000, да? 2000 человек. Было бы буквально десятки человек, и то его родственники. Есть такие врачи. Понимаете, в чем дело? То есть, сейчас люди уже будут выбирать, где лучше. То есть наш дом и другие дома, они к вам уже никогда не вернутся. У нас, значит, тут деньги, мы деньги увидели. Мы видели трубы. Да ну как, ну зарекаться можно. Это как мне говорят, что никогда не зарекаться. Ну как не зарекаться? Ну объективно реальность такова. Пока такова. Проблема крадіжок кришок з водопровідних колодязів набуває значних обертів. За травень місяць було викрадено 21 кришку з люків. Лише за останні вихідні зникло по місту 8 каналізаційних кришок.
За прошедшие выходные, это суббота, воскресенье, сворвано 8 единиц. Это район Шахтера, бульвар Свободы 2, 3 единицы, раскрыто полностью перекресток. Бульвар Свободы 8, 18. И 10 числа Хмельницкого, 8 березня 1, колодец раскрыт. 8 марта Ватутина и 8 марта 6. Понятное дело, что возле каждого колодца полицейские, ну, дежурят. Город большой, огромный. Металл – это, понятно, соблазн для наших, так сказать, неблагополучных наших жителей. Но, я так думаю, надо возвратиться к теме о выделении помощи или цели, или прямой помощи предприятиям, потому что для замены наших крышек металлических на пластиковые. Потому что это не только водоканал. Есть у нас и раскрытые ливневые дождеприемники, ливневые колодцы, связи колодцы, теплосети колодцы стоят накрытые железобетоном. Это ненормально и, ну, то есть не по СНИПам действующим нормам. Готовьте документ. Первое. В документе должно отражаться количество, сколько у вас всего люков и ливневок в городе Желтые Воды у вас на балансе, и плюс вот должен быть расчет примерно, сколько обойдется это денег. Сергей, ну, естественно, хотелось бы, конечно, ваш собственник чего-то сделал бы хорошего, потому что если наши предприятия этим давали кредит, ну, этот не просит. Мы своим предприятиям даем кредиты. Несмотря на то, что город, бюджет такой, что, ну, по сравнению с другими городами, просто это, мы нищеброды. Желтые Воды, это просто. Сергей Викторович, вы слышите? То есть у вас есть собственник? Есть. Собственник? Без проблем, давайте примем вас в город, потому что, я так понимаю, собственник вас, ваш собственник вам денег все равно не выделяет. Примем ваш в город, и все. Объединим вас, например, с теплосетью-то, и будет у нас единое предприятие, один директор-то, и все, один зам. И персонал примерно похожий. Считайте, сколько денег, потому что я говорю, тут вы вроде областные, а тут, я говорю, а тут вы, я КПЖРЭО, тут я, мы не должны влезть в хозяйственную деятельность, бо мешаем, а тут дайте нам решить проблему, помогите со счетчиками. Так вы главные, чи вы не главные все-таки? Крышки города, дороги, это коммунальная власть города. Все-таки надо тоже понять. Крышки ваши. Ну, крышки когда-то были ваши. Ну, получается, что в каком-то 95-м году місцеві органи самоврядування передали в оперативне керування облради. Ну, це наша собственность, городська. Все равно, ну, треба рішати. Количество люків, пожалуйста, готовьте письмо. Ну, ще раз говорю, коли говорять о роботі поліції, то є проблеми, звісно, з роботою. Поліція, допустимо, кожен колодець і кожен... Сергій, це не так все робиться. Знаєш, як один сказав? Якщо побідити корупцію в Україні, може за 3 дні. Головне, щоб президент це хотів. Или руководитель это хотел. Если не хотят, то что, неизвестные приемки, что ли? Приемки не знаю. Когда был Днепр-1 здесь, краж не было, да, Егор Борисович? 2 месяца. Не было краж, Днепр-1. Да, не, может, незаконно приезжал Днепр-1? Ну, конечно, да, потому что они же это специальное подразделение. Но, тем не менее, краж в Желтых Водах, люков не было. Все. А машину, которую задержали, отправили туда, на территорию полиции, ее, по-моему, так и отпустили с металлом. Вот и все. То есть, я говорю, если бы жила город того города, господи, там, что не знает пункты раздачи наркотиков или пункты приема металла, там все знают. А еще руководитель пункта приема металла рассказывает, что это ж он благо делает, потому что принимая металл от деклассированных элементов, он дает им возможность жить, выжить в этой жизни. Ну, это цинизм. Цинизм просто.